Поднимаемся мы все выше и выше. Только что прошли источник. Еще немножко и будем уже на Нескорской тропе. Не знаю с этим ветром, как будет меня слышно, но постараюсь держать телефон поближе и сделать что-то со звуком, чтобы было меня хорошо слышно. Ну а тем временем мы все ближе и ближе к поставленной задаче Кайпетри. Чуть-чуть мы луканули только что на очередном повороте. Зашли чуть-чуть не туда. Как в этой красоте не потеряться? Идет дорога. Внизу пошла дорога, пошла. И откуда я знал, пошли сюда. А мы двигались, пошли себе. Что-то думаю, куда-то не туда мы идем. Сверя со с картами, да? Не туда идем. Вот поворот надо было сюда, здесь повернуть. Все, слава современным технологиям. Все, теперь вышли. Вверх пойдем. На еще один источник только что сейчас будем заходить. А что мы тут прошли всего-то ничего? Двигаемся к источнику Баба-Али-Текне, роднику и стоянке. А уже отсюда виды какие открываются. Баба-Али-Текне, конечно, значительно отличается от первого источника. Он пересох, фактически ничего от него не осталось. Еще кто-то изрисовал, поставил себе здесь напоминание. Впереди нас еще ждет крутой подъем. Не знаю, как мы будем туда забираться, но мы обязательно это сделаем. Куда нас приводят дороги? Ой, пой песню, если знаешь. Старинка у вас попала. Главное, чтоб не камушек, который оттуда прилетит. Ты говорила, там раньше плохая дорога была. Тяжелая, да? Да что ты знаешь о плохих дорогах? Я надеюсь, такой маршрут будет недолго. Раньше смотрел видео, обзор, рассказывали, не ходите с детьми по Карийской, по Мискорской тропе. Тяжело это будет, крутые подъемы. Но если вы ходить не любите, дальше чем от дивана до холодильника, тогда да, сидите дома, не ходите. А так вполне все реально, даже с ребенком на плечах. Все возможно, так что дойдем. Обращайте внимание на современную наскальную живопись. Не ошибитесь. Туда стрелка. Туда стрелка. Туда стрелка. Туда стрелка. Туда стрелка. Туда стрелка. Хорошо.
слип. Сашки были пчелами, то они бы ни почем никогда не подумали этой дорогой пойти на гору Айпетри. Ну, мы немножко отклонились от тропы, и теперь значительно пришлось карабкаться вверх по крутой дороге. Очень крутой вверх. Немножко сократили, да? Как тебе? Отлично? Понравилось? Очень. Можем повторить? Повторим? Завтра, нет? Нет. Чего? Через недельку. Хорошо. Там есть еще одна тропа, она еще покруче. Диванчик с собой? А, экстренный. Так что вот так вот. Готовьте экстренный чемоданчик с собой, поднимайтесь. Корейской тропой, Мирскорской. А еще тут можно срезать и немножко сократить, если любите экстремальные подъемы. Вот так поднимались. Все, ребятки, достигли мы первой точки. Красота какая! Кудровая площадка, воронья трава. Видите, какие открываются?